Всем привет, мои дорогие! Вы находитесь на канале Тамарина Кухня. Сегодня приготовим очень вкусный и яркий салат, который непременно оценят ваши близкие. Ветчину для этого салата я нарезаю тонкой соломкой. Также сюда очень хорошо подойдет копченая колбаса. Также нам понадобится одна баночка консервированной кукурузы. Далее одна баночка консервированной фасоли. И морковь по-корейски. Как я делаю морковь по-корейски, ссылочку я оставлю под видео в описании. Перед самой подачей добавляем к нашему салату сухарики. Добавляем в салат сметану либо майонез по вкусу. Все хорошо перемешиваем и подаем к столу. Такой салат получается очень ярким, сытным и вкусным. Дорогие мои, готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. И не забывайте подписываться на мой канал Тамарина Кухня и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Всех обнимаю и всем пока-пока!